что развеет печаль и грусть, а также соберет дружную компанию в новогоднюю ночь. Это бокальчик теплого, ароматного и пряного глинтвейна. Предлагаю попробовать один из самых простых рецептов. Готовим. Главный секрет удачного глинтвейна – это во время приготовления не дать ему закипеть, поэтому не оставляйте напиток без внимания. Следуя рецептуре и учитывая нюанс, глинтвейн непременно порадует вас и ваших гостей своим ароматом и отменным вкусом. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте необходимые ингредиенты. Нарежьте апельсин, яблоко полукружечками, имбирь почистите и нарежьте пластинками, не мельчите, палочку корицы раздробите. В сотейник налейте вино, добавьте сахар, корицу, имбирь и все остальные ингредиенты. Поставьте вино с пряностями на огонь чуть ниже среднего. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Доведите глинтвейн до 70-80 градусов, убавьте огонь до минимума и варите 10 минут, не доводите до кипения. По истечении времени, выключите огонь, накройте сотейник крышкой и дайте настояться напитку 30 минут. После разлейте глинтвейн по бокалам или кружкам и подавайте к столу. Отличного праздника! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Продукты и их количество, далее. Вино, 0,75 мл, красное, сухое. Имбирь, 1 столовая ложка, свежий, нарезанный. Бадьян, 1 штука, звездочка. Апельсин, 1/2 штуки. Яблоко, 1 штука, маленькое. Корица, 1 штука, палочка или 1 чайная ложка порошка корицы. Сахар, 3 столовые ложки. Количество порций 3-4. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся.